Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале «Серебряный талисман». Сегодня я хочу вам показать украшения из серебра. Традиционная подборка будет от российских производителей. Потом я хочу вам показать украшения с посеребрением. И третьей частью будет у нас украшения, бусы из натуральных камней. Ну, давайте начнем смотреть пока серебро. Дальше посмотрим, что у нас пойдет дальше. Вот такое кольцо. Весь усыпан фианитами. Это 19 размер. Цена, девушки, видите, 1050. 925 проба. По размерам сейчас мы с вами пройдемся. Так, вот такое вот есть кольцо. 17 размер. Очень красивое. Тоже весь усыпан фианитами по окружности. И центральный камушек такой вот хороший. Это тоже фианиты. Вот такая цена. 1200. 17 размер. Девушки, очень красивое кольцо. Вот так. Конечно, много я мерить на себе не буду. Так, дальше посмотрим. Давайте по колечкам, наверное, сначала пройдемся. Сейчас посмотрим, как все будет. Вот такое колечко очень нежное, красивое. Сейчас скажу, какой размер. 19 размер. 600 рублей оно. Постараюсь вам ближе показывать. Вот такое вот красивое. Тоже все в фианитах. Вот нашинки фианиты, две дорожки. И тут вот центральный элемент очень красивый, голубые камушки. Размеры видите, да, девушки? Еще раз напоминаю, 19 размер, 600 рублей. Так, еще тут у нас колечки. Сейчас тут не так много. Это 17,5 размер. 700 рублей. Вот такое вот красивое колечко. Тоже все, видите, усыпано все в фианитах. Все красивое, очень красивое украшение. Колечко. Голубой такой вот центральный камушек. И вот по окружности, и вот тут на дорожке. Еще раз напомню, это 700 рублей, 17,5 размер. Так, еще тут у меня пару колечек, и уже перейдем на другие украшения. Вот такой тоже немножечко похоже вот с этим, но это немножечко покрупнее. Это потоньше, нежненькое. Видите, все везде фианиты. 17,5 размер, так же, как и тот. 700 рублей. Они немножечко похожие, поэтому уж так. Вот такое колечко интересное. Капелька. Фианиты. Зеленый цвет. Вот тут вот на короне немножечко. Фианиты сверху. 19 размер, 900 рублей. Сейчас дальше посмотрим. Немножечко зацепилась. Так, вот такое хочу я вам показать украшение. Это подвесочка с цепью. Цепь с подвеской, фианиты. Очень красивые. Камушки зеленые, фианиты как играют. Очень даже грани какие красивые. Центральный элемент зеленый. Вот этот вот весь комплект, будем говорить, кулончик с цепочкой 1300 рублей. Цепь 50 сантиметров. 45 своя длина и 5 сантиметров удлинительная цепочка. Тоже так пока уберем. Так, еще вот такие вот интересные серьги есть. Это, ну, то же самое, фианиты. Вот такие вот я вот вам сейчас покажу. Как загогулинки, запятые такие. Сейчас, извините, что я немножечко. Вот такие вот симпатичные
Желтые фианитики. Красивый тоже. Цена 1000 рублей. Вот так пока, наверное, будем. Так. Вот такие серьги есть роскошные. Веточки. Но нежно-голубого цвета, напоминает нам голубой топаз. Смотрите, какие грани, какие шикарные, красивые серьги. 200 цена. Замочки английские. Везде, хотел сказать, на серьгах замочки английские. Очень удобные, не расстегиваются. Хорошего качества. Так, вот так пока уберем, наверное. Вот так, смотрите. Дальше что у нас идет? Еще одна цепочка есть у нас. Не помню, я вам показывала в первом выпуске или нет. Может быть, кольцо такое было. Но вот сегодня появилась вот такая цепочка с подвеской. Очень нежная, красивая. Такие вот кристаллики. 9 штук их тут по периметру. 3-3-3. Вот на этом квадратике. Конечно, очень плохо видно. Хотя и у нас сегодня фокус хороший. Но их... Неудобно разглядеть. Не видно вам, наверное. На серебре фианитики, конечно, немножечко, вот видите, теряются. В плане того, что камера не передает, а в жизни очень все красиво, конечно же. Так, еще я вам хочу показать. Можно сделать вот так. Сейчас я начну говорить. Так, это будет у нас 1400 цена. Вот такие красивые серьги, цитриновые. Ну, это фианиты, но, видите, сделали под цитрины. Очень крупные, центральные. Камушек центральный, желтенький. И по окружности фианитики. И вот тут вот главный элемент в конце тоже такой вот. Нежные, очень красивые. Еще раз напоминаю, кто не услышал, не увидел, 1400 вот такие вот серьги с английским замочком. И еще к ним можно сделать вот такой вот комплект. Есть еще и подвесочка, тоже такие вот цитринчики. И вот тут вот на подвесочке, да, так будем говорить, подвижной. Вот здесь вот тоже фианитики, и тут вот главный элемент фианиты. И центральный элемент цитрин тоже фианиты. 1200 такой кулончик вместе с цепочкой. Цепочка, напоминаю, 45 сантиметров своя длина и 5 сантиметров удлинительная цепочка. Так, сейчас еще посмотрим. По-моему, еще вот одни остались серьги. Это 1000 рублей будет стоить. Сейчас покажу, какая красота. Они немножко похожи вот на первые серьги, но тут немножечко дизайн другой. Тоже все фианиты, все усыпано, красивые. Тут вот еще дополнительный элемент здесь. А там вот на первых были просто кружочек. А тут вот еще какой-то вот элемент добавили. Получилось вот так. Хорошо, вот серебро мы, по-моему, сегодня уже посмотрели. Вот достаточное количество, выбирайте, девушки. У меня, конечно, много еще серебра, но все в один ролик, в один выпуск невозможно показать. Буду потихонечку, постепенно, каждую неделю вас радовать, показывать вам красоту. Еще я что хочу вам сказать. Ну, в начале своего выпуска я говорила, что я хочу вам еще... предложить украшения. Это комплекты. Сейчас я вам скажу, какой это комплект. Вот такие вот комплекты с покрытием. Это покрытие серебра. Сам металл цуизит называется. Цуизит. И вот покрытие серебряное. Сейчас я вам покажу бирочку, и вы все увидите. Материал латунь, покрытие серебро,
18,5 размер кольца. Цуизит. Красивое колечко. Комплект. Посмотрите, какие натуральные камни. Ну, покрытие точно серебро. Вот, пожалуйста, смотрите, может быть, вам понравится. Сейчас вот так вот как-то расположим. Смотрите, еще один такого плана комплект. Это будет уже, сейчас скажу, какой камень тут. Это унакит. Все рисунки разные. Посмотрите, пожалуйста, очень красивые. Унакит, натуральный камень, опять же говорю. Основа металла латунь, покрытие серебро. Какая красивая огранка. И тут вот широкая шинка на кольце. Красивый узорчатый кружевной рисунок. Красивое украшение. Так. Так, тихонечко. Расположим еще у меня парочку таких же, кому вот интересно. Их будет, ну, достаточное количество. Сегодня у меня их мало, а вот в следующие выпуски все невозможно охватить в одном выпуске. Поэтому я уж, конечно, буду вам постепенно показывать. У кого будет интерес, конечно, буду показывать. Тут есть и пломбы, и все, девушки, все есть. Опять же говорю, тут уж я бирочку показывать вам не буду уж без конца. Просто хочу сказать, что покрытие серебро, материал сам латунь. Это авантюрин. Цена каждого комплекта 900 рублей. 900, 900, 900. Это авантюрин. Золотой песок, очень красивые капельки. Тоже такие кружевные рисунки. Пожалуйста, выбирайте, девушки. Вот так я пока расположу. Жалко, что все красиво не получается. Кому нужно сделать дополнительное фото, конечно же, я покажу. Вот такой вот есть комплект. Бирюза, тоже цена 900 рублей. Везде есть пломбы, клеймо. Очень красивый рисунок с бирюзой. Это бирюза настоящая. Все уж у нас тут, да, настоящая, натуральная, натуральные камни. Вот так вот. Красивый очень рисунок. Сами видите, девушки, все близко показываю. Смотрите внимательно. Кому нужно, сделаю дополнительное фото. Спрашивайте, обращайтесь. Пишите мне на WhatsApp. Очень красивое кольцо. И размер сейчас скажу 17. Вот так вот. Рассматривайте пока. Так, еще у меня есть другого плана. Ой, у меня тут осталось серебро. Ой, надо же. Ну, давайте посмотрим уж. Вот такое кольцо в сторонке лежит. Я не вижу. Это тоже фианиты. Посмотрите, какая красивая шинка. Такая... Очень интересное, что-то такое восточное. И тут вот фианиты крупные с двух сторон. Такие два. И по окружности много мелких фианитов. И, конечно, главный элемент очень красивый, розовый, сиреневый. Сейчас посмотрим. Размер 16, цена 1200. Фианиты. Вот так вот тут у нас еще место есть. Давайте вот так вот сделаем. Хочу поаккуратнее. Так. Так, вот такое вот еще есть кольцо. Это сердолик. Посмотрите, какое красивое украшение, действительно. Как красиво сделали, художественная работа. Шинка полненькая, толстенькая. Сейчас скажу, какой размер. Это серебро 875 пробы, сердолик. Камень-сердолик, девушки. Это 18 размер. Кольцо стоит 1000 рублей. Вот такое вот кольцо будет. Но на мне оно большое. Я уж демонстрировать на себе не очень хочу. Но
узор, вы сами, девушки, видели узор. Отличный, красивый, очень красивое кольцо. Давайте вот так, что ли, сделаем. Даже не знаю, как расположить. Бирочки мешают. Так. Дальше посмотрим. Вот такие есть серьги из этой же серии. Тоже 875 пробы серебра. Тоже сердолик. Цена серег 1000 рублей. Вот такой уже рисунок, немножечко другой. Они всегда меняют. Конечно же, такая вот красота. Красивая. Серьги, кто любит такое. Крупные. Так. Вот это вот. Такой комплект. Очень красивый. Сейчас я посмотрю. Вот размер кольца мне непонятно. Почему-то я не поняла. Ну, наверное, 19-й, возможно, даже и 19,5. Крупное кольцо. Покрытие. Ой, это я уже спутала с этим комплектом. Это 875-я проба серебра. Очень красивый комплект. Кто любит такие? Конечно, это тоже сердолик. Видите, цветовая гамма такая. Сердолик. Цена этого комплекта 2200 рублей. 2200. Так, вот с этими комплектами у нас, девушки, все. Мы закончили. Я хочу вам показать еще украшения, которые я вам показывала на другом своем канале с винтажом. Это были такие вот. Сейчас я вам напомню, а вы покажу, а вы вспомните. 12 микрон покрытия. Это мельхиор, серьги. Цена их 800 рублей. Отличные украшения. Лаконичные квадратики. И вот главный элемент, кабошончик, это прессованные. Янтарь прессованный. Они есть и в светлых тонах, и есть совсем похожи на янтарь. Рыженькие. Сейчас я вам покажу. Тут еще что-то есть у меня. Вот такие вот красивые серьги. 800 рублей замочек. Английский замочек. Очень хорошо смотрится на ушке. Замочек точно никуда не убежит. Не уйдет. Не, сами знаете уж, наверное. Вот. И вот такой вот, видите, янтарь. Прессованный, натуральный, рыженький, красивый. Вот такие. Вот в двух цветах они у меня. Пожалуйста, вот смотрите. Еще есть с прошлого выпуска осталась у нас вот такая подвесочка. 600 рублей она стоит, эта подвесочка. Вот такая вот оборотная сторона, показываю все близко. Обратите внимание. Вот такая вот нежная, очень красивая подвесочка. Вот такое. Такая брошечка. Это яблочко. Тоже материал такой вот. Это амброид. Прессованный янтарь. Желтого цвета. Это 800 рублей тоже. Брошечка 800. Серьги 800. Брошечка 800. И подвесочка 600 рублей. Вот так. Давайте, наверное, может быть, я вот так вот положу. Пока рассматривайте, смотрите, что нравится. Еще будут у нас украшения из камней. Вот тут мы уже почти завершаем. Подходим к концу. Вот такой красивый браслетик. Это яшма. Натуральная яшма. Красная яшма.
Какие красивые зубчики, красивые элементы, очень интересные. Размер примерно 18. Да, вот вроде бы 18. Цена 900 рублей. Очень тяжеленькие, массивные такие вот, основательные, красивые. Браслетик из яшмы. 18 размер, на полненькую ручку, запястье. Вот так вот оставим. 900 рублей, девушки. Еще одно украшение, которое у меня девушки все любят. Это гелиотис, серьги. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот рисунок. Все цвета тут. И зеленые, и синие, и розовые, фиолетовые, белые. Очень красиво переливаются. Цена 800 рублей этих серег. Кому нужно, девушки, обращайтесь. Если швензы покажутся такими простенькими, можно их заменить. Вот кто занимается творчеством, конечно, можно заменить, и будут отличные, шикарные серьги. Давайте их тоже так как-то пока уберем. И еще вот тут у меня осталось немножечко, несколько штук. Бусы из натуральных камней. Сейчас я их вам покажу и назову цены. Бирочки не стала я цеплять. Думаю, наверное, будет неудобно с этими бирками на самом деле. Вот такие вот красивые бусы. Это кахолонг в белом цвете. Он всегда белый. Ну так, да, я почему-то сказала в белом. Конечно, белый кахолонг. Вот только вот с такими вот еще вот рисунками серенькими. Натуральный камень. И стоит он 600 рублей. Вот так, такие бусы будут стоить 600 рублей. Так, еще что у нас? Еще покажу сейчас одни бусы. Это тигровый глаз. Очень красивые бусы, бусинки. Все разные, но граненые. У всех своя форма. Очень интересный рисунок. Разные совершенно, все разные. Даже размеры немножечко разные. Вот это вот, допустим, крупненькое. Тут немножечко помельче. Очень красивые резации. Посмотрите, как они играют. Тигровый глаз. Можно смотреть бесконечно. Переливы красивые. Вот так я даже вот немножечко вам покажу. Сегодня фокус хороший. Наблюдайте, девушки. Это будет цена 800 рублей этих бус. Так, еще я вам хочу показать вот такие хорошие бусы. Длинные. Галтовка. Натуральные вот такие вот уже формы. Это уже природа создала такую галтовку. Тут уже ничего руками человека не сделано. Все это природа создала. Это самоцветы. Разноцветные такие вот камушки. Есть и розовые, яшма. Яшма тут, ну, нужно еще тут подумать и вспомнить, какие еще тут камни. Но все, видите, очень напоминает турмалины. Есть и зеленые, болотные цвета, песочные цвета, и розовые нежные цвета. Очень напоминает турмалины, но это самоцветы. Это не турмалин. Цена их 700 рублей, этих бус. И завершает сегодняшний наш ролик, наш выпуск. Вот такие вот бусы, янтарь, натуральный янтарь. Длина 50 сантиметров. Посмотрите, я вам ближе покажу. Натуральный янтарь. Цена 1300. Очень красивые, нежные. Такой вот янтарь. Ну все, цены я назвала, все я вам, девушки, сказала.
Вам остается только что-то выбирать, что понравилось. Пишите мне на WhatsApp. Я прикреплю под видео в инфобоксе свои данные, свой телефон на WhatsApp. Пишите мне туда и обсудим, кому что интересно, кому что понравилось. Поговорим. Всего вам доброго, до следующих выпусков. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Будем на связи. Всего вам доброго, до новых встреч.